С нами в очередной раз Женя, только что произошла церемония награждения. Женя, это очередной твой чемпионский титул. Что ты думаешь? Какие у тебя эмоции в данный момент? Ну, я думаю, эмоции немного сточились. Все-таки мы побеждаем и побеждаем, да. Так сказать, все-таки, когда первый раз заняли первое место в Ганновере в конце первого сезона, это было прям вообще восторг. Сейчас выиграли. На самом деле, правда тут в том, что противники, ну, не оказали достойного такого сопротивления, которое реально можно радоваться. Но все равно победители, они, так сказать, не могут быть не рады просто. Не могут, у них несчастье не может быть, так сказать, на более высшей планке, чем у других команд, которые заняли второе, третье место. Да, вот ты как упомянул, полуфинальная игра была гораздо сложнее, а здесь вы буквально раздавили СКА. Как ты думаешь, почему так произошло? Ну, тут сказалось то, что едут три места на финал второго сезона, когда мы играли полуфинал, там была борьба уже за квоту. То есть это очень серьезно. Сейчас, в принципе, была борьба за 10 тысяч. Это чуть похуже. Это, конечно же, более такой, да, менее приз, но все равно противники что-то, так сказать, расслабились, возможно, слишком много, или мы их переоценивали. Ну, три команды, в принципе, от которых уже ожидали проход на мировые финалы, сделали это вы, это CLG и это СК. Как ты думаешь, что ожидает вас на мировых финалах? Как вы будете к ним готовиться? Конечно же, мы приложим все усилия, чтобы хорошо выступить на мировых финалах. Но наша цель, бесспорно, первое место. А что ты будешь делать сейчас? Как ты будешь праздновать эту победу? Ну, сейчас мы, скорее всего, пойдем отдыхать. Все-таки это довольно трудно сидеть, сказать, играть. Это какое-то напряжение. А после этого мы уже, может быть, где-нибудь расслабимся. Но я не думаю, что это будет слишком такое что-то серьезное. Просто в компании посидим, пошутим. Ну, что бы ты сказал напоследок своим фанатам, которые, безусловно, рады вашей победе? Фанатам? Фанатам спасибо за то, что болели за нас. Поддержка, так сказать, хоть и нас не вся аудитория поддерживает, но все равно вижу русских фанатов, которые за нас болеют. Не русских фанатов, да, которые из других стран, которые тоже за нас болеют. Это очень приятно. Ну и всем, кто у экранов за нас тоже болеет, огромное спасибо. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы в дальнейшем вас не будем подводить.